что, голуби продолжают летать, ветер у нас продолжается. Значит, вот туда стянуло их. По небу таскаются. Вот они. Вот здесь-то, вот он. Вот они. Кто-то, вот он уже летит к дому. Зайдем вот сюда, со стороны яблонки, чтобы солнце перекрывало. Ну вот. Напомню, что сегодня у нас 2 октября 2023 год. Вот ветерок, сейчас тихенький ветерок. Вот он, фаянс к дому. Вот он просится у гости на видеосъемку. Так, вот он, фаянс еще один идет к дому. Фаянсы, тополевые, везде по-разному их называют. А где молочные? Это вот по донецким голубям. Стайка у нас вот она. Вот так, фаянсовый, вот он. Вот он, фаянсовый, еще один. Фокус, наводись давай. Вот фаянсик. Оп, скрутила его. Опа, на что, ветер у нас затих. Вот как-то так. Вот вам и погодка. Все. Ветерочек что-то у нас стихает. Яблоня у нас вот. Вот так бывает. Дует сильный, даже вот тополь, да вот виноградники, лист винограда. Вот и голуби из этого начали вести себя по-другому. Вот пошел у них блуд. Крымочки. Ну что, продолжение следует.